Криотерапия – это метод лечения, который воздействует на организм низкими температурами. Данная процедура вызывает ответную реакцию организма на переохлаждение определенных слоев эпидермиса. Трехминутное переохлаждение происходит при температуре от минус 70 до минус 130 градусов. Делается это охлажденным азотом и не приносит вреда организму. Назначается процедура при дерматологических заболеваниях, язве желудка, болевых синдромах, целлюлите, менструальных болях, болезни бронхов и легких. Полезна криосауна при нарушении эрекции, неполноценной работе женской репродуктивной системы, при сахарном диабете, ожирении, проблемах с почками и эндокринными железами. Для создания криосауны с нуля предполагаются следующие затраты. Цена оборудования – 10 тысяч долларов. Аренда помещения – 140 долларов в месяц. Закупка жидкого азота с доставкой – 1000 долларов ежемесячно. Зарплата оператора – 300 долларов. Реклама обойдется в 5 тысяч долларов. На мебель для кабинета следует выделить 10 тысяч. В месяц можно провести 660 процедур. Минута процедуры стоит 6 долларов. Средняя стоимость процедуры – 9 долларов. Ежемесячный доход составит 6 тысяч долларов. Постоянные затраты – 2 тысячи. Чистая прибыль – 4 тысячи долларов. Рентабельность бизнеса – 70%. Затраты окупятся за полгода. Начальные инвестиции составят 25 тысяч долларов. Законодательно криосауны относят к физкультурно-оздоровительной сфере, и медицинская лицензия не нужна, но потребуется оператор с необходимым образованием. Это связано с наличием противопоказаний к процедуре. Прибыль бизнеса зависит от качества приобретенного оборудования. Классическая криосауна имеет облицовку, выполненную из серебристого компонента. Машина потребляет 1,5 кВт. Нагнетаемая температура до минус 190 градусов. Формирование температурного режима осуществляется за 30 секунд. Потребление жидкого азота для достижения минус 100 градусов – 3 килограмма. Цена такой криосауны – 12 тысяч долларов. При правильной организации криосауна быстро начнет приносить доход. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.